И начнем вот с чего. Жители Красной Горки в Люберцах будут спать спокойно. На Комсомольском проспекте открылся участковый пункт полиции. Он стал 8-м по счету в городском округе. Красную ленточку перерезали сотрудники полиции, жители микрорайона, а также глава Владимир Ружицкий. Новый опорный пункт появился благодаря приоритетному проекту губернатора 100 участковых пунктов полиции, который реализуется для повышения безопасности жителей Подмосковья. Он расположился по адресу Комсомольский проспект, дом 20, корпус 2. Криминогенная обстановка здесь, в нашем микрорайоне, ну не самая худшая, да, в силу того, что люди молодые, только заселились. Ну и наша полиция достаточно нормально работает. Другое дело, что иногда поступают жалобы с точки зрения нет опорного пункта, некому обратиться и так далее. Вот на сегодняшний день обратиться будет куда? Сейчас, в настоящее время, мы можем с участковыми въехать в новый территориальный пункт, осуществлять прием граждан уже по месту жительства. Как говорил губернатор, мы должны быть ближе к людям. Вот мы все ближе и ближе становимся к людям, к этим каждого нового участкового пункта. Перерезать красную ленту в торжественной обстановке пришли и жители микрорайона. Для них организовали экскурсию в еще не обустроенный опорный пункт. В ближайшее время здесь будут работать трое участковых. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.